Для того, чтобы научить маленького ребенка правильно держать карандаш или ручку в руках, мудрые и разумные братья из Поднебесной сделали чудесные гаджеты, которые мы с удовольствием и заказали. Очередная посылка из Китая. Которые лежат вот такие вот наконечники. Это для того, чтобы ребенка научить правильно держать карандаш. Или ручку. Ну, конкретно возьмем для карандаша львенок. Вот. Здесь уже готовые углубления, чтобы держать карандаш правильно. Очень хорошие и интересные вещи. Вот такой вот обезьян даже, а не львенок. Вот еще дельфин. Еще одна рыбка. Ну, я так понимаю, для мальчиков, для девочек. Вот такой вот веселый кактус. Ну, кактус вообще прям удачно сделано по руке. Ну и, соответственно, просто треугольник. Для того, чтобы научить держать. Вот такая вот посылочка. Ссылочка будет в описании. Подписываемся на канал, оставляем свои комментарии и оцениваем это видео. Всем пока! Если вы так же, как и мы, хотите научить своего ребенка правильно держать карандаш в руках, либо ручку, заказывайте эти гаджеты по ссылке в описании. Оцениваем видео лайком либо дизлайком, оставляем свои комментарии, ну и, соответственно, подписываемся на канал. Всем пока!